команде губернатора вновь сокращение. Владимир Сипягин подписал указ об освобождении от занимаемой должности вице-губернатора Сергея Невзорова. Он в Белом доме курировал вопросы информатизации, связи и телекоммуникаций. Помимо этого, свою работу в структуре областной власти завершила Лидия Смолина. Она оставила должность первого вице-губернатора по ЖКХ. К слову, сегодня стало известно, что и департамент жилищно-коммунального хозяйства остался без руководителя. Глеб Серегин официально освободил кресло директора профильной структуры. Что же касается помощников губернатора, то на сегодняшний день ситуация следующая. У Сипягина остались один первый заместитель Вячеслав Кузин и три просто заместителя – Александр Лобаков, Александр Трутнев и Виталий Азаров. Последний представляет нашу область в Москве. По информации из пресс-службы обладминистрации, уже на этой неделе команду губернатора ждет пополнение. Однако кто придет, откуда и когда – пока неизвестно.